нашего канала. С вами Анжелика, angelnail.ru. Если вы еще не догадались, у нас сегодня пиратская тематика. Знакомая всем с детства компания Disney решила порадовать нас пятой частью саги о пиратах Карибского моря. Мы с Арчи пересмотрели их все, а в ожидании премьеры мы решили скоротать время, изобразив арт-дизайн по сюжету этого фильма. Начнем мы с простых рисунков, а закончим портретом капитана Джека Воробья. Поскольку видео получилось длинным, мы решили разделить его на две части. А чтобы не пропустить вторую часть, нажмите на колокольчик рядом с кнопкой подписаться, если вы этого еще не сделали. В работе я использую генлаки фирмы Artistic Color Block. Ссылки на все материалы из видео вы, как всегда, найдете в описании. Давайте начнем! Я заранее покрыла типсы белой гель-краской, просушила, а затем слегка зашлифовала ее бафом, а после сделала набросок тонким карандашом. Начинаем заполнять контуры голубым оттенком ТИС. Достаточно одного тонкого слоя, чтобы фон получился слегка размытым. На заднем плане разместим лист огромной тропической лианы монстеры. Для подмалевки я использую неоновый зеленый гель-лак Neon Green от Neo Nail. Тонкой кистью заполняю контуры в один слой и отправляю в LED-лампу на 30 секунд. Теперь добавим листу темных участков. Для этого воспользуемся цветом Indulgence и топовым покрытием. Вмешиваем в каплю топа немного зеленого геля и получившимся полупрозрачным оттенком прорисовываем контур монстеры, размывая края. Полимеризуем в LED-лампе полминуты. Задний фон почти готов. Теперь переходим на первый план. Коричневым цветом Courage от Artistic закрашиваю контуры сундука. Достаточно одного тонкого слоя. Полимеризуем 30 секунд в LED-лампе. Красным цветом Ходзи закрашиваем обивку сундука, просушиваем. Теперь добавим теней. Для этого смешиваю каплю красного с коричневым цветом и провожу две тонкие линии вдоль стенок. Предлагаю доверху наполнить пиратский сундук сокровищами. Желтым оттенком Wild закрашиваем золото внутри и в нижней части дизайна, полимеризуем. Осталось добавить яркий акцент в дизайн. Алым оттенком секси из летней коллекции нарисуем верного спутника пиратов, красного Ару. А вы знали, что попугаям доверяли и рассказывали, где зарыли добычу, а он позднее мог воспроизвести слова пиратов и стал своего рода компасом в поисках сокровищ. Если вам тоже нравятся попугаи и пиратские истории, ставьте лайк! Следующий этап – прорисовка. Набираю на тонкую кисть немного черного цвета и отрисовываю контур всех элементов. Старайтесь не набирать большую каплю, чтобы контуры были тонкими. Если где-то нужно исправить толщину линии, можно отрисовать ее кистью для геля, смоченной в обезжиривателе. Полимеризуем в LED-лампе. Теперь белым гель-лаком Bright продублируем прорисовку контуров и мелких деталей. Чтобы добавить светлых бликов, создающих объем, вмешаем немного белого цвета в каплю топа. Высветляем некоторые участки деталей и снова просушиваем. Наконец-то украсим дизайн стразами Сваровски и золотыми монетами. Для этого идеально подходят мелкие камефубы. Ссылки на них вы сможете найти в описании. Мелкие детали сокровищ прорисую Йеми-пастой «Золото барокко». Нарисуем доверху набитый сокровищами сундук, а после полимеризуем дизайн в лампе. Для закрепления камефубов я использую густой топ 3 в 1 от Planet Nails. Наношу его на сокровище и втапливаю несколько монет в гель. Просушиваю 30 секунд в LED-лампе и снова перекрываю топом. Так мы запечатаем камефубы, и они никогда не убегут с ногтя. Ставим каплю густого геля на скипетр и инкрустируем страз. Промазываем гелем вокруг, закрепляю камень на ногте, полимеризуем. Готовый дизайн перекрываю глянцевым топом, просушиваю в лампе и снимаю липкий слой клинцером. А если вы хотите увидеть еще больше лайфхаков и уроков маникюра, не забудьте подписаться на наш канал.
Для следующего дизайна мне понадобится светлый серый оттенок Confidence. Смешиваем его с каплей топа и заполняем им задний фон. Набираем на самый кончик немного черного цвета и создаем тени. Хорошо растушевываем и отправляем в лампу. Темно-синим оттенком Luxury закрашиваем полоску воды на первом плане. Затем вмешиваем немного топа в каплю синего и заполняем ей гребень волны. Полимеризуем. Теперь добавим светлую морскую пену. Для этого добавляю немного белого в каплю топа. Создаем размытые края. Ставим на палитру каплю сапфирового оттенка Oil и закрашиваем острые края ревущей волны. А теперь нарисуем легендарный пиратский корабль «Черная жемчужина», который ускользает от разбушевавшейся волны. Начинаю с носа корабля, затем дорисовываю все судно. Теперь самым кончиком нарисуем три мачты и располагаем на них развивающиеся паруса. Отправляем в лампу на полминуты. Белым цветом корректируем контуры, снова просушиваем и перекрываем готовый дизайн глянцевым топом. А в следующей части мы нарисуем портрет капитана Джека Воробья. Какой дизайн понравился вам больше всего? Жду ваших комментариев. Вам понравилось это видео? Тогда ждите вторую часть, она будет еще интереснее. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. А мы с котиком с вами прощаемся. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!